Всем привет, дорогие зрители! Нашел двухкомнатную квартиру в проекте, который был сдан 11 лет тому назад. Расстояние этого проекта до моря 620 метров максимум. Так, просторная территория у этого проекта. Отсюда могу показать. Теннисный корт, беседка в той стороне. Вот здесь детская игровая площадка. И там бассейн. Все чинят, ставят новый бассейн там, площадку очищают, ремонтируют весь бассейн. Так, дорогие зрители, застекленный балкон, просторный. Вот. Тут у нас улица Ататюрка. Здесь у нас гостиная, совмещенная с кухней. Закрой двери. Шума нету никакого. Цена этой квартиры 64 тысячи евро. 1 плюс 1. Продается полно мебелированная и с бытовой техникой. Бытовая техника Бека. Здесь у нас прихожая. Покажем так потолочек. Здесь санузел. Стоит накопительная система водогрева воды фирмы Термодинамик. Так что централизованная теплая вода есть в квартире. И у нас тут спальня. Как минимум 13-14 квадратных метров. Также французский балкон есть. Так, вот покажу участок. Там весь бассейн ремонтируют. Вот. Тут есть крытый бассейн. Сауна, хамам, массажные комнаты. Большая территория. Айда 250 лир. Сторона квартиры северная. Так, вот такая спальня. Подведем итог. Телевизор фирмы СЭК. Дорогие зрители, квартира находится на высоком этаже этого проекта. Цена квартиры 64 тысячи евро. Пишите, звоните по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. С вами была Гася из Солнца на Лане, район Махмутлар. Всем пока-пока.